пост в Инстаграм как отчет для народа. На своей странице глава Залесовского района рассказал, что почистил от снега село Шмаково, а Думчево не смог. Цитата. «Техника не вышла на линию». А новую улицу забыли. Все, кого забыли, оставляйте заявки. Такой подход к работе обсудили на заседании Палаты городских округов. Сегодня 35 из 65 глав муниципалитетов уже ведут свой блог. В следующем году это станет обязательным для всех. У населения колоссальный запрос на общение с главами муниципалитетов, главами ведомств. Обратная связь от населения позволяет, во-первых, услышать людей, услышать их какие-то истории конкретные, да, через эти конкретные истории прийти к решению проблем, которые затрагивают большое количество людей. После городских округов уже в Завьялово собрались главы районов. Их темы также близки народу. Проваленная мусорная реформа, ремонт дорог и ЖКХ. Для Рубцовского муниципалитета междугородние поездки – первая тема в списке. Жители волновались о том, что, возможно, будут какие-то проблемы с транспортом. Но когда частные предприниматели поехали по тем маршрутам, которые мы новые определили, кстати, согласовывая с ними, ну, то есть советуясь по организации, проблем катаклизмов не возникло. Нужно и дальше продолжать работать. Главы сел и деревень соберутся завтра. В формате видеоконференции они обсудят сотрудничество с предпринимателями и идеи для своих страничек в Инстаграм. Анастасия Наборщикова. День с толком.